Всем привет, ребята! Вы смотрите Start Legend Team Fight... Так, раз, два, три. Всем привет, ребята! Вы смотрите SLT Fight New. И рядом со мной еще один, ребята, победитель бойцовского шоу «Патриот» под Могилевом. Скорбовский Валерий, который победил, ребята, победил в главном бою вечера в весовой категории 80 килограмм. Конечно, мы хотим ему задать пару вопросов. Ну, Валера, ты выиграл свой бой, в отличие от Рамиля, которого мы в предыдущем интервью брали. Рамиль бился все три раунда, а Валера закончил свой бой за полторы минуты. И сейчас мы узнаем, как это он сделал. Как и обещал, сделал все, блядь, красиво. Вот так, ребят, сказал, сделал, молодец. Мы очень за него рады, действительно, бой прошел быстро. Попал, добил, конец боя. Так, ну, расскажи немножко про соперника. Соперник же тоже молодец, правильно? Да. Молодец, но молодец. Недостаточно. Недостаточно, чтобы победить. В общем, победил сильнейший. Так, не будем об этом. Второй вопрос мой. Как тебе мероприятие? Ты подобного рода впервые выступал в клетке тоже. Вот я Рамилю спрашивал. И да. На подобное мероприятие тебя пригласили тоже впервые. Расскажи о своих эмоциях, ощущениях каких-то. Ну, что-то новое. Ну, опора. Я не знаю. Ну, тебе понравилось? Что-то новое. Да, прикольно. Понравилось. Да, еще бы приехал бы. Да. В деле, то есть... Популярность не заставила себя долго ждать. После боя Рамиля и Валеры у них прибавилось как минимум по 10-20 фанатов. Фанаток девушкам. Девушкам очень нравятся сильные парни, которые побеждают. Но не всем. Так что приходите и занимайтесь в клубе смешанных единоборств. SLT. Вот, ну а все, на этом, наверное, все. Спасибо за интервью, Валере. Валера, еще раз тебя с победой. Спасибо. Вот, много не пей. Вот, в общем, поздравляю с победой. Бой интересный, красочный. Посмотрите. А сейчас пока, ребята.